29 августа состоялся финальный этап августовской ежегодной конференции педагогических и научно-педагогических работников учреждений высшего профессионального образования на тему «Высшее профессиональное образование Донецкой Народной Республики. Достижения, ориентиры, задачи». Подводя небольшие итоги этих 3 лет работы, можно сказать, что система выстояла в непростых условиях и начала свое развитие. Особенно это показывает наш 2018 год, то есть создание новых учебных, высших учебных заведений, которые актуальны и которые откликаются на потребности развития республики. То есть это есть признак того, что система живет и откликается, и предоставляет то, что необходимо, скажем так, для развития нашего государства, те учебно-образовательные учреждения, те программы, те научные разработки, которые будут двигать нашу республику вперед. В ходе заседания были заслушаны следующие доклады. Принципы гражданско-патриотического воспитания молодежи в контексте высшего профессионального образования. Управление рисками при реформировании системы высшего профессионального образования в ДНР. О республиканской программе студенческого самоуправления и другие. В частности, первый заместитель министра образования и науки ДНР Михаил Кушаков выступил с докладом о достижениях, целях и задачах высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики. Алина Черняева, Евгений Полянский, Новороссия ТВ.